В сегодняшнем видео мы расскажем о известном комике. Смотрите это видео до конца, и вы узнаете, как сложилась судьба легенды КВН. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Арарат Кещян – армянин по национальности. Он родился в Абхазии в Гаграх 19 октября 1978 года. Вскоре после рождения мальчика семья перебралась в Адлер, где он и вырос. Арарат был не единственным ребенком в семье, он рос вместе со своим старшим братом Ашотом. Ашот в универе сыграл также старшего брата Майкла. Родители следили за поведением темпераментных сыновей, чтобы они не поддались негативному влиянию, поэтому поощряли любое их увлечение, проходящее в положительном русле. Инициатором вступления в КВН в 1999 году был старший брат Ашот, затем он подтянул туда и Арарата. В то время Ашот уже закончил вуз, получил экономическую специальность, а Арарат учился в университете дружбы народов. Впервые братья выступили в составе команды «Внуки Ламумбы». Команда так задорно играла, что стала сначала чемпионом Сочи, а затем вышла в полуфинал Северной лиги. После блистательной игры братьев Кещян пригласили в Москву в команду «Сборная Рудн» в высшую лигу. И в новой команде они проявили себя как одни из лучших. Впервые Кещян Арарат Геворгиевич появился на телеэкране вне КВН в начале 2007 года. Талантливых братьев пригласили на съемки юмористической телепередачи «Бла-бла-шоу». После этого ребята параллельно с игрой в КВН участвовали во многих юмористических проектах. Когда в 2009 году был объявлен кастинг на участие в сериале «Универ», Арарат был уже хорошо известен зрителям, поэтому его участие в ситкоме не случайно. В 2014 году Кещян становится телеведущим программы «Зверская работа» на телеканале «Звезда». Через 2 года он уже ведет передачу «Не факт» вместе с бывшим коллегой по КВН Андреем Бурковским. Кещян также выступал на сцене Comedy Club, где его партнеры стали другие бывшие участники клуба «Веселых и находчивых» – Стас Ярушин, Тимур Батрудинов, Демис Карабидис. Снялся актер в новой версии фильма «Кавказская пленница», где сыграл дядю Нины. Ярким проектом фильмографии Кещяна стала комедия «Одноклассницы», в которой артист исполнил роль банковского сотрудника Миши, возлюбленного героини Валентины Мазузиной. В 2017 году состоялся показ продолжения популярного фильма «Одноклассницы. Новый поворот», в котором Арарат блистал в роли двух разлученных в детстве близнецов Миши и Гоши. К настоящему времени Кещян успел проявить себя как талантливый юморист, телеведущий, радиоведущий и актер. В планах на будущее – открытие собственного бизнеса – ресторана грузинской кухни. Кстати, почему конкретно грузинской, нам неизвестно. Который позволит не думать о деньгах и работать в удовольствие, сниматься в кино, не обращая внимания на размер гонорара. Занимаясь карьерой, долгое время Кещян не задумывался о личной жизни. Первое настоящее чувство его застигло накануне 30-летия. Супругой актера стала девушка по имени Ирина. Свадьбу сыграли в Адлере в 2007 году, но брак просуществовал всего 3 года. Вскоре актер расписался со второй женой Екатериной Шепетой, которая получила диплом специалиста по связям с общественностью. В планы девушки входила организация собственного бизнеса. Свадьба у молодых состоялась не одна, так как родители Екатерины живут в Костанае, а у Арарата в Адлере. Торжество пришлось справлять на 2 города. В сентябре 2014 года в жизни влюбленных произошло замечательное и знаменательное событие. Они стали родителями. Катерина родила дочь Еву, которая позже стала звездой Инстаграма отца. В 2017 году в семье появилась вторая дочь Диана. В 2018 году состоялось важное событие в творческой жизни артиста. Арарат поступил на высшие курсы сценаристов и режиссеров, где начал постигать азы создания кино с обратной стороны камеры. Несмотря на годы, проведенные в Москве, Арарат остается настоящим армянином и очень скучает по своим родным краям. По его признанию, он так и не стал москвичом, просто привык к жизни и шумной столице. Также Арарат Кещян высказался по поводу геноцида армян. Ссылка будет в описании под этим роликом. А вам нравится эта комедийная звезда? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. А на этом у нас все. Оцените ролик подпиской и лайком. До скорой встречи!